Всем привет! С сегодняшнего дня я снимаю челлендж «7 дней без сахара». Буду показывать каждый прием пищи. Омлет с помидорами, тост с форелью и хурма. Я взяла себе латте среднее, без добавок. У меня 5 часов, ем половинку яблока. На обеда ужин картофельное пюре. Котлетки из индейки, крабовый салат. Никита сейчас будет пить чай с киндером. Я держусь. Держись. А я тебе не дам. Хорошо. Даже если захочешь. Правда? Да. Ну вот видите. Я хочу булочку. Ну тебе не положено. И шоколадку. И кофе еще хочу. Какой день? Первый день без сахара. Пшённая каша с молоком, без сахара. И тост с авокадо и рыбой. Это чага. Что я не стала доедать. Вчерашняя хурма недоеденная. Сэндвич с рыбой, патиссоном и шпинатом. А еще помидоры. У меня корейская еда на ужин. Это пигоди и салат с огурцом и курицей. Пришел второй день к концу. Без сахара. Еду я не урезала, только сахар убрала. У меня второй день. Слабость. Вечером. Хочется спать. Время такое. 10 час. Это тост с авокадо и сыром. Рикотники. И фрукты. Чай. Лайты на банановом молоке. Сэндвич и картошка фри запечённая. На обед. Или ужин. Уже 7 часов вечера. Половинка вот такой шоколадки, но без сахара, протеиновая. И чай. Все, уже сегодня ничего не буду. Сейчас уже 9 вечера, 10 час. Сегодня чувствую себя уже намного лучше. Но это за счет того, что я съела протеиновую шоколадку. И ощущение, как будто я поела что-то сладкое. Но сахара там не было. На завтрак себе сделала котлетки из индейки. И салат такой. Там оливки, помидорки, огурец, лук, зелень и фета. Сейчас у нас чаепитие. И с вот такой шоколадкой. И с вот такой. Это все протеиновые, они без сахара. Мы каждую пополам сидим с Никитой. Целое яблоко на перекус. Посмотрите, что он делает. В то время, когда я отказалась от сахара, он купил себе банку нутеллы, съел мои протеиновые батончики. Теперь у меня нет сладкого, а у него есть. На ужин салат овощной с фетой и форель. Пришли в кофейню, это американо и печенька протеиновая. Пью чай с таким батончиком и взяла 3 вот таких орешка в протеиновом шоколаде. Латте среднего размера, без добавок. Это ужин. У меня прошло все отлично. Тяги к сахару у меня абсолютно нет. Это каша ячневая с сухофруктами без сахара. И протеиновые орешки. И кусочек хлеба. Кашу я не доела, орешки, кажется, тоже не доем. Кир, соус сырный, картошечка на двоих. И чай молочный с вот таким батончиком. Точнее, с половинкой батончика. Никиты хлеб с нутеллой. К концу подошел 6-й день. Все отлично. Чувствую себя прекрасно. Такой завтрак и фрукты. Протеиновая печенька. Выглядит вот так. Салат с баклажанами. Паста с креветками. Батончиком без сахара. Очень вкусный. Пришел к концу 7-й день. Чувствую себя отлично. Мне понравился этот челлендж. Буду и дальше продолжать питаться без сахара. Ну а вас ждет следующий челлендж. Он начинается уже завтра.